Так, значит, сейчас попробуем приготовить топленое молочко сразу. Устанавливаем, значит, наш горшочек. Вот, имеется у нас, сразу буду делать 2 литра молока. Вот, не думаю, что я что-либо испорчу. Вот, молоко обычное, пастеризованное, 2%. Вот. У нас молоко продается в таком большой целлофановый пакет, и в нем вот 3 вот таких пакета поменьше. Вот, поэтому сами эти пакетики выглядят как без всякой маркировки, то есть все маркировки на пакете, в котором эти пакетики содержатся. Вот. Так, один. И второй. Два литра молока. 2 литра молока у нас стало на отметку 8. То есть 2 литра это 8 чашек, да, если это в чашках измеряется. Хорошо. Значит, что теперь мы делаем? Можно делать 2 способами, как я понимаю. Первый способ это можно выбрать медленная готовка. Это типа как режим тушения, да, slow cook. Вот. Но в данном случае я могу и настроить и время, и температуру, но я буду делать это проще, я сделаю это через вот эту кнопку. Это кнопка DIY, это Do It Yourself. Имеется в виду, что повар сам определяет все режимы и все настройки абсолютно вручную, то есть ничего автоматически не происходит. Вот. То есть в данном случае, если мы ее выключаем, включаем этот режим, у нас просто последнее то, что было, выходит, да? А вот, то, что мы выбирали. Но это не важно. То есть я выбираю время, поставлю для себя. Я, честно говоря, даже толком и не знаю, сколько должно быть. Но сделаем, допустим, сколько? Часов 5. Насколько я помню, моя бабушка, когда готовила, в печке она стояла полдня. 5. Пусть даже будет 6. 6 часов. Если я увижу, что она готова, я ее просто выключу раньше. А температуру 100 градусов, наверное, много для молока. Я боюсь, что оно закипит. Вот. Поэтому я поставлю 90. А меньше 90 ставить нельзя почему-то. Ну, ладно. Значит, так и будет. Девяносто и сто. Вот. Значит, время мы оставляем 6 часов. Еще не разобрался, это первая моя готовка, так что может быть и можно каким-либо образом потом поставить другую температуру, но нам 90 градусов, я думаю, вполне достаточно. Вот, и включаем. Все, время пошло. Вот, посмотрим, что оно у нас в итоге получится. Крышечку я закрываю. Вот, здесь я могу наблюдать, что у меня происходит с молочком, и в итоге посмотрим, что у нас получится через 6 часов. Так, ну вот, остается практически меньше минуты до полной готовки молочка. Вот, тушилось оно чуть более 6 часов. Вот. Ну, 6 часов. Я пару раз выключал, смотрел. Вот такой сигнал дает мультиварочка.
Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь есть. Так, ну, что я вижу? Цвет такой нежно-кремовый. Вот, в принципе, как топленое молочко. Сверху непонятно. Так, пеночки. Пеночка есть немножко. Да? Ух ты, что тут есть? А тут целая такая пенка, которая или это с дна. Но это же самая-самая вкуснятина с топленого молока. И запах. Мне уже не терпится налить в стаканчик и попробовать. Значит, в процессе я пробовал, выставлял температуру 80, 90 градусов, выставлял 100 градусов. При 100 градусах я вижу кипение, но молоко не выкипает. Возможно, из-за того, что из-за внутреннего давления молоко не поднимается. То есть, может быть, без крышки оно бы и поднялось, но так оно не выбегает. Такие вот дела. Посмотрим, как молоко на вкус попробую. И в следующий раз, когда что-нибудь вкусненькое буду готовить, покажу еще раз, как оно варится. И вообще думаю в дальнейшем сделать небольшой обзорчик по тому, как ей пользоваться. Потому что я сегодня не совсем разобрался с тем, как переключать режимы и как делать самостоятельное вручную, когда настраивать. Вот. На самом деле надо было просто удерживать в течение 3 секунд, и оно бы сбросилось, и тогда все режимы температуры доступны. Вот. Все. Всем пока. Спасибо за просмотр.